Трое суток административного ареста и 110 часов обязательных работ назначил суд водителю Porsche, ставшему виновником ДТП на Шереметьевском проспекте в Иванове. Напомним, 23 января мужчина, управляя автомобилем Porsche Cayenne, выехал на встречку, где совершил столкновение с Фордом и грузовым МАЗом. В результате аварии пострадала женщина и ребенок, которые находились в автомобиле Ford. Как выяснилось, мужчина ранее дважды был лишен права управления транспортным средством за езду по встречной полосе по дороге с односторонним движением и за управление автомобилем с поддельными регистрационными знаками. Несмотря на то, что Иванов был лишен права управления, он продолжал двигаться за рулем. При осуществлении надзора за дорожным движением сотрудники госавтоинспекции Ивановской области неоднократно задерживали нарушителя. Только в 2017 году он был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем, будучи лишен права управления 4 раза.